Книга «Псалтырь», книга утешения. Она содержит в себе эмоции, настроение и внутренний мир своих авторов. Один из удивительных псалмов, содержащий в себе поучение и историю, является трудом автора и композитора, дирижера и современника Давида, псалмопевца Асафа. Первые 8 стихов 77-го псалма пропитаны идеей преемственности поколений, пропитанные идеей передачи знания Бога, влияния, которое отцы оставляют своим детям. Позвольте мне прочесть вам несколько стихов из этого 77-го псалма. Наставление Асафа. «Слушай, народ мой, мое поучение, услышь мои слова, открою уста свои в притче, произнесу загадки из древности, которые мы слышали и узнали, которые говорили нам наши отцы». Мы не будем скрывать их от детей. Расскажем грядущему поколению о славе Господа, о Его силе и о чудесах, им сотворенных. Он оставил свидетельство Иакову, дал закон в Израиле, который повелел нашим отцам передавать его своим детям, чтобы знало грядущее поколение, дети, которые еще не родились, и чтобы они в свое время передали его своим детям. И послушайте. И тогда они будут возлагать свою надежду на Бога. Они не станут забывать Его дел, но будут хранить Его повеления. Они не уподобятся своим отцам, поколению упрямому, безмятежному, чьи сердца не были верны Богу, чей дух не был вполне предан Ему. В этом отрывке речь идет не просто о передаче интеллектуального знания, знания о Боге. Здесь речь идет о том, как из поколения в поколение передается личное познание Бога. Лишь только тот, кто сам познал славу, чудеса и силу Небесного Отца, может передать это познание следующему поколению. Удивительно, но среди многих добродетелей Ростислава Александровича была еще одна ярко выраженная особенность – способность влиять. Современное общество отягощено образом руководителя, давлеющего над своими партнерами, сотрудниками, воспитанниками. Во главе угла, как правило, руководитель, его личные амбиции, интересы. Рычаги влияния в светском обществе далеко не самые желанные. Ростислав Александрович был руководителем другого покроя. Он намеревался передать не академическое знание о Боге, а всячески старался явить в себе самом образ Бога чудес, славы и силы, о котором писал Асаф. Тем самым Ростислав Александрович оставил после себя весомый след влияния в историях многих сотрудников и своих студентов. Одной из таких историй влияния является история нашей следующей гости, студентка второго выпуска факультета журналистики, журналист, медиа-менеджер, преподаватель и директор школы консультирования восстановления целостности Светлана Искур-Кучеренко. Пожалуйста. Добрый день. Добрый вечер, Руслан. Присаживайтесь. Светлана, как вы узнали о существовании ХГУ? Как так случилось, что именно факультет журналистики стал тем факультетом, который определил вашу жизнь, и теперь вы работаете по специальности? Как вы узнали об этом, и почему именно журналистика? Добрый вечер еще раз всем. Дело в том, что когда я училась в 11 классе, я слишком многим занималась, всем интересовалась, занималась легкой атлетикой, дрессировала собаку, любила петь. И как-то вот так вот не знала, как вот такую разностороннюю специальность выбрать и куда пойти. В 11 классе моя духовная мама, Зинаида Ивановна Пахалок, она увидела в христианской международной газете, спасибо отдельно людям, которые ее создали на тот момент, увидела объявление о христианском гуманитарно-экономическом открытом университете. И она увидела и говорит: слушай, тут есть журналистика. Я думаю, что это как раз то, что может объединить всю свою разносторонность, и при этом ты сможешь прославлять Бога. Но, слушай, понимаешь, журналистам, наверное, мало платят, поэтому возьми еще экономику на всякий случай, если что. Она сама экономист по образованию, поэтому так мне посоветовала. И
я поехала поступать в ХГУ. Так вышло, что в результате я училась сразу на трех специальностях, потому что журналистов было всего два человека на моем потоке, я и Максим Григорьев. И из-за этого я параллельно еще училась в психологии и не жалею, потому что последние 5 лет фактически занимаюсь больше, наверное, психологией, чем концертируем душеобщительством, больше, чем журналистикой. Большое спасибо. Когда я читал свидетельства студентов, я понимаю, что Ростислав Александрович был необычным лектором. Как пишет о нем один из его студентов, он был скромен и тих, ходил по университету всегда очень быстро и незаметно. Он не требовал к себе особого внимания. Каким Ростислав Александрович запомнился именно вам? Ну, это все правда, я подписываюсь под каждым словом. Кроме этого, у него было отцовское сердце. То есть он мог подойти и спросить, как дела, вот просто так у кого-то из студентов, которых даже, возможно, не знал. Мог познакомиться со студентами. И для меня, я частенько бывала в его кабинете, и мне казалось, что у него есть ответы на все вопросы, это первое. А второе, что вот он горит многими идеями, и он действительно, как вы сказали, человек влияния. То есть он распространяет эти идеи. Он не просто сам себе где-нибудь их потихоньку пишет в больших мемуарах толстенных, но он делится этими идеями, он очень много писал. И я помню его горящие глаза, когда он говорил: «Света, смотри, ты знаешь об этом, об этом». Ну, это было очень особенное, вот такое вот сердце отца и многих идей, которые, я думаю, он получал от Бога и передавал дальше. Если бы я попросил вас озвучить 3 самых главных качества влиятельного человека, что бы вы назвали? Я думаю, что влиять может тот, кто любит людей. То есть первое — это любовь к людям. Второе — это понимание своего призвания, то есть понимание сферы, в которой ты можешь влиять. И третье — это мудрость свыше. Только будучи лично знакомым с тем, кто создал человека, да, кто написал инструкцию для жизни каждого из нас, мы можем действительно кому-то помочь, ну, в первую очередь себе. Заведомо зная ответ на этот вопрос, но тем не менее, был ли Ростислав Александрович влиятельным человеком и как практически проявлялось его влияние непосредственно на вас? Я могу просто поделиться своей историей. Дело в том, что в книге ваше свидетельство дано в очень сжатой форме, и в этой истории вы сказали, что возникла необходимость взять академический отпуск. И что-то пошло не так с того момента, когда вы обратились с этой просьбой к ректору. И все же, вот почему появилась необходимость брать академотпуск и чем закончился ваш разговор с ректором? Дело в том, что я из бедной семьи, я не одна. У меня есть брат, который был джентльменом еще до рождения, и он за 20 минут до того, как сам родился, пропустил меня вперед. Родилась я, мы двойнята. И мы поступали, получается, тоже одновременно. Он учился в высшей мореходке, в морской академии. И когда у нас в семье так получилось, что единственный такой весомый источник денег, он ушел из семьи, так получилось. И мой брат мне говорит: я не могу брать академотпуск, я еще годик и уже пойду в рейс, буду там зарабатывать, тогда тебе помогу. А сейчас ты бери академотпуск, чтобы хоть как-то вытянуть хотя бы одного студента в семье. И я пришла к Ростиславу Александровичу, он говорит: «Свет, не бери академотпуск». Так посмотрел на меня вот по-отечески и сказал: «Не переживай, мы тебе допустим ко всем сессиям, и ты окончишь университет, мы торжественно вручим тебе диплом. А заберешь ты его тогда, когда уже будешь работать и сможешь погасить долги за свое обучение, и тогда ты сможешь забрать свой диплом». И я послушала его. Конечно, для меня это был большой подарок, потому что знала, что к сессии не допускают, если не оплачен семестр. И в общем-то, только спустя 2 года, уже работая в журналистике, я на тот момент вела телепередачу на Винницком областном телевидении, я смогла приехать и рассчитаться за свои все 3 диплома, 4. Вот. И я очень благодарна Славу Александровичу за то, что он так вот
Я уверена, что он не сам это сделал, что он был вдохновлен от Бога этой идеей. И... Потому что я думаю, что если бы я на тот момент взяла ГТМ отпуск, то я бы уже не вернулась в университет. Ну, я не знаю, как дальше бы моя жизнь сложилась, но, возможно, я бы не стала журналисткой и не делала то, что я сейчас могу делать. Спасибо за искренность, удивительный след человека, который способен влиять. И это влияние мы видим сегодня. Я знаю, что вы подготовили песню. И эта песня будет в память о нем, она подытожит то, о чем мы говорили до этого. Но все-таки, о чем эта песня? Несколько слов. Это песня группы «Божья коровка». Я думаю, что многие, ну, приблизительно моего возраста и старше помнят, там «Не ходи к нему навстречу, не ходи, у него гранитный камушек в груди». И дело в том, что, насколько я знаю, почти всем составом этой группы они стали христианами и стали писать другие песни. И эта песня, ну, одна из моих любимых, она о том, что Бог сегодня здесь, и Он хочет каждому из нас, кому сложно, у кого трудности, кто запутался, кто не знает, куда идти, дать четкий ответ, ободрить. Дать победу в тех искушениях, в тех проблемах, которые есть. И просто я хочу подарить вам эту песню. А если хотите, можете петь вместе со мной. Это песня молитва «Иисус, сотвори во мне обитель». Чем цена его крови, Иисус, мой друг, скорее.
может быть. Сегодня утром из Киева. Большое спасибо вам за участие и ваши искренние ответы. Сейчас прозвучит еще одна музыкальная композиция. Это мелодия из кинофильма «Список Шиндлера». Возможно, кто-то из вас видел его. Лента рассказывает реальную историю загадочного немецкого предпринимателя Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, который во время Второй мировой войны спас более 1100 евреев. Это триумф одного человека, не похожего на других, и драма тех, кто благодаря ему выжил в ужасный период человеческой истории. Непростой фильм о тяжелых событиях и музыкальная композиция из этого фильма, которая передаст нам настроение и направит нас думать в том русле, в том направлении, в поиске ответа на вопрос «Почему, Господи?». Thank you.